Стоит ли заплатить Украине компенсацию за Крым? Наверное, нет. Сейчас вот все эти разборки везде и у всех, и я считаю, ну как-то, что вообще не нужно уже ввязываться в это, скажем так. И что если, ну, отобрали, ну, значит, отобрали. Крым, что все, Крым, значит, наш. Оснований нет. Честно говоря, не знаю. Ну, не в моей компетенции, но мне кажется, это не совсем правильно все равно. Я считаю, что отобрали, собственно, неправильно. Но так и это, мне кажется, это не решение вопроса. Потому что как измерить? В чем измерять? Сколько денег, чем отдавать, как? Очень сложно. Как потом, ну, как, по крайней мере, пропагандируется, это было решение жителей. То есть мы как это не будем учитывать совершенно никак. И как можно вообще измерить контрибуцию за большую территорию, количество ресурсов и все проживающих там? Мне кажется, это не выход. Как решать, не знаю, но контрибуция не выход. Я не считаю, что мы им должны денег. Крым был нашим как бы исторически. Вы знаете, этот вопрос, я думаю, надо задать всем крымчанам. Готовы ли они на эти выплаты? Это же их волеизъявление. Они на референдуме решили, что они хотят жить с Россией. Поэтому это вопрос, пусть референдум объявят, и там крымчане проголосуют, будут ли они платить за то, что они хотят вернуться в Россию или нет. Я думаю так. Любой вопрос надо решать миром. И вот лично бы я заплатил, если бы украинцы захотели принять это. Я бы заплатил, только бы не было войны. Я думаю, нет, потому что это все-таки историческая территория, поэтому абсолютно очевидно. Плюс был реальный референдум и реальное голосование людей, которые сами так решили, что для них будет удобнее, лучше. Поэтому это же не каким-то не военным путем, не силой все произошло. Поэтому я думаю, все сложилось так, как сложилось, и ничего не стоит менять. Никаких каких-то компенсаций денежных не должно происходить. Я считаю, нужно посчитать, насколько наша экономика понесет убытков вследствие этих санкций. Если эти убытки будут больше, чем отступной Украине, то почему бы их не заплатить? Я считаю, что должно диктоваться именно экономические составляющие, а абсолютно не политические, какие-то эмоциональные и так далее. В случае, если убытки у нас выше, зачем нам их нести? Мы тогда лучше платим и не несем этих убытков. Потому что, как знаете, кто-то из великих сказал, сэкономленные деньги, заработанные деньги.